بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوقنا عن علة فعله ولا لا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت له مخترم جماعة المسلمين أبو لار قردشلار أبالار الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الله تعالى نصريبس بزنين ورزلارزن قبول ألسن تتقن ورزلارنا وقلغن ورزلارغس قبول بصن يا ربم Что касательно аятов, которые мы прочитали в سورة الحجرات الله سبحانه وتعالى говорит поистине верующие они братья Это как относится к мужчинам, мусульмане, верующие, друг по отношению друг к другу, они братья. Женщины, друг по отношению друг к другу, они сестры. Поэтому братство, вот это родство, бывает трех видов. Первое, все мы от Адама и Евы. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инна халакнакум мин закари ва унса». Аллах сотворил от Адама и от Евы. Адам от Абузан, Хаван Абузан, всех людей. Есть братство по родству. Родные братья, двоюродные братья, родственники. Но самое близкое, крепкое братство – это братство по вере. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля указывает, говорит, поистине верующие, они братья. فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ Если вдруг вы видите, что два брата между друг с другом враждуют, то примирите их. И это является благое дело – примирять двух поссорящих людей. فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ После этого Аллах Субхану говорит, бойтесь Аллаха, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Может быть, Аллах проявит по отношению к вам свою милость. После этого Аллах Субхану ва Тааля дает нам советы, какие же должны быть в кругу братьев, в кругу мусульман, какие должны быть отношения по отношению друг к другу. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Аллах Субхану обращается к нам и говорит, о верующие, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ Пусть один народ не издевается над другим народом. То есть пусть один народ не ставит себя выше другого народа. Такой-то я из такого-то племени, из такого-то народа, я лучше, чем тот. Если ты любишь, да, свой народ, альхамдулилля, это хорошо. Ты должен любить свою родину, свой народ, свою семью. Но однако возвышаться своим народом над другим, это запрещено, харам. Ла йасхар каумин мин каум. Потом Аллах Субхану ва Тааля говорит, аса ин якуну хайран минхум. Может быть, те, над кем вы издеваетесь, себя возвеличиваете над ними, они лучше, чем вы. Их народ лучше, чем ваш народ. Их нация лучше, чем ваша нация. И также женщины. Пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами. Может быть, те женщины, над которыми они насмехаются, лучше, чем они. Потом Субхану ва Тааля говорит, «Ва ля танабазу биль алькаб». То есть не давайте друг другу клички, прозвища. Как бывает, вот часто вот приезжаешь, там, например, особенно в деревнях, там, такой-то, такой-то, по фамилии, имени не знает, а у него такая-такая какая-то кличка. Такая. Это запрещено, особенно если такая кличка, которая человеку не нравится. Не давайте друг другу прозвища, не давайте друг другу клички. Также Аллах Субхану говорит, «Ля тальмизу анфусакум». Не выискивайте недостатки друг друга. Бывает, люди специально вот хотят, чтобы кто-то спотыкнулся, чтобы его на чем-то поймать, чтобы вот выискивать, вот найти у него. Вот эх, не получилось, он... Такой просыпается, как будто у него что-то тяжелое на душе. Не ищите друг друга недостатки, говорит Субхану ва Тааля. وَلَا تَنَبَّذُوا بِالْأَلْقَابِ بِسَلَّمِ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ Аллах Субхану говорит, после того, как вы стали мусульманами, верующими, как скверно вот это нести вот этот вот грех, выискивание недостатков, издевательство над другим народом, ставить себя лучше других. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ После этого Аллах Субхану говорит, тот, кто не покается после этого, поистине эти люди грешники, притеснители. В следующем Аллах Субхану ва Тааля аяте говорит, «Я юха ладзина аману», «О верующие». То есть опять же, когда мусульманин читает «Я юха ладзина аману», Коран, он радуется, как Аллах Субхану ва Тааля к тебе обращается. Субхану Аллах, бывает такое, братья, сестры, ты ждешь от кого-то сообщение, смс-ку. Например, близкий твой человек сел на самолет, у него там несколько часов он летит на самолете, и ты ждешь, когда же приземлится самолет, там Балаичен за своего ребенка дуа делал, или за родителей. Приземлился, альхамдулля, смс-ку получаешь от близкого человека, долетел самолет, альхамдулля, приземлился, и ты сразу, альхамдулля, машаллах, радуешься. А вот здесь обращение Аллаха к нам, субхану ва Тааля. Обращение Аллаха к нам говорит, я юха ладзина амин, о верующие. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Иштанибу кафиран мин аз-занн». Отдаляйтесь от сомнительного. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, бывают люди во всем сомневаются. А наоборот, мусульманин, верующий, он должен быть позитивным человеком. Не должен быть негативным, во всем сомнении сказать. Отдаляйтесь от сомнительного. Может быть, некоторые сомнительные, это греховное. «Валя таджассасу». Не шпионьте друг за другом.
Не следите друг за другом, как сейчас тоже модно стало там смс-ки проверять друг у друга, смотреть там, где-то выискивать, сфоткать со стороны, потом выложить и так далее. Не шпионьте друг за другом. «Уаля яхтаб ба'дукум ба'да». И друг про друга не говорите гыйба. Поэтому Аллах Субхану один раз во время пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, один человек совершил прелюбодействие и рассказал посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, ему сделали кисас, то есть казнили. После этого два сахабы просто начали его обсуждать и говорили, зачем он пошел к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, может быть, Аллах Субхану Аталя простил бы его. И когда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, услышал, что за его спиной его начали обсуждать, он тогда сказал, «Инзиля ва куля мин джиттати хадиль химар». «Слезьте, скушайте этого мертвечину, кушайте этого дохлого ишака». Потом они сказали, «Умани акулю мин хадиль, я Расулуллах». «Кто будет кушать этого дохлого ишака?» «Фа валлахи лактабтум ахак». Ахакум, вы сделали гыбу за своего, про своего брата, это хуже, чем съесть дохлое мясо. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Айюхиббу ахадукума якуля лахма ахихи майта?» Кто-нибудь из вас любит ли кушать мертвечину своего брата, его мясо? Факарихтуму, Аллах Субхану говорит, нет, вы не любите. Ваттакуллах, бойтесь Аллаха Субхану ва Тааля, инна Аллаха тавабу рахим. Поистине Аллах Субхану прощающий и милосердный. И потом Аллах Субхану обращается уже ко всем людям, не только к мусульманам, и говорит, «Я, айюханнас, о люди, инна халакнакум мин закар». Я вас сотворил из женщины, из мужчины. Из мужчины и женщины, из Адама и Евы. И после вас пошли народы, племена, чтобы вы друг друга познавали. И потом Аллах Субхану ва Тааля от себя, Всевышний Аллах, Создатель наш, дал оценку, кто же самый лучший перед Аллахом. Инна акрамакум инда Аллахи, самый лучший перед Аллахом. Аллах не сказал агнякум, Аллах не сказал самый богатый. Или который там, у кого власти больше. Нет, кто? Аткакум. Самый лучший, тот, кто богобоязненный. То есть поэтому, уважаемые братья и сестры, субханаллах, бывают такие люди, может быть, мы их не замечаем, они где-то в углу сидят, но они самые близкие к Аллаху, субханаллах, тааля, люди. Поэтому один раз пророк Мухаммад, саллаху алейхи, возвращается домой. Возвращается домой и спрашивает у своей супруги, жарко, кто это у нас был? Зарана ахад, кто-то пришел? Посмотрите, как его супруга ответила. «Ма зарана ахад илля захид». Никто не приходил, кроме захид. Захид бин Харам. То есть она, видите, как ответила, никого не было, всего лишь захид. То есть это не Абу Бакр, радаллаху ангу, пришел с каким-то важным, с какой-то важной вестью. Не Умар, радаллаху ангу, с какой-то важной вестью. Захид, обычный бедуин из деревни, приходил к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи, навещал его и ходил на рынок после этого торговать. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи, сказал, «Захид, захид, айна захаб, куда пошел?» Пошел на рынок. Сразу же пошел на рынок посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, видел его, он сидел и продавал, кто купит там это за один дирхам, кто купит за два дирхама на рынке. Обычный бедный бедуин. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сзади его взял, обнял крепко и начал с ним шутить. «Ман яштари л'абд, ман яштари л'абд, кто купит раба, кто купит раба?» Он узнал по запаху, что это Расулуллах, саллаху алейхи вассалям, и сказал, «Я Расулуллах, таби'ани, идан таджидуни касидан». «О, посланник Аллаха, ты хочешь меня продать? Ты меня найдешь дешевым. Кто за меня заплатит? Я обычный бедуин». На что он ответил, «Валякиннака инда Аллахи гали». «Но однако ты перед Аллахом дорогой». Поэтому, уважаемые братья и сестры, Аллах нам говорит, самый лучший из вас богобоязненный. Богобоязненность у каждого скрывается в сердце. Этот месяц, чтобы больше взять, иншаллах, богобоязненность и приблизиться к Аллаху, субхану ва тааля. И в концовке, в хадисе Аль-Кудси, пророк Мухаммад, саллаху алейхи, передаю слова Аллаха, где Аллах, субхану ва тааля, сказал, المتحبون في جلاله لهم منابر من نور. Любящие друг друга ради Аллаха в судный день им будут мимбары, кафедры из света, из нура. يغبطهم النبيون والشهداء. Им будут белой завистью завидовать пророки и шахиды. Те люди, которые любят друг друга ради Аллаха субхана ва тааля. Я вас, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, اذا احببت اخاك في الله فاخبره انك تحبه. Если любишь брата ради Аллаха, скажи ему, что ты его любишь. Я вас, альхамдулиллях, люблю ради Аллаха субхана ва тааля. Спасибо вам, нижегородским татарам. Часто, когда раньше мешлиска барайдан, нинди ауылдан, я говорю, ауылдан тигель шахардан. То есть я так думаю, что ауылдан, например, нижегородский какой-то, рыбушкидан, башка ауылдан. Поэтому уже себя частью тоже нижегородских чувствуешь. Братья Наиля бы, альхамдулиллях, Назима бы, Рената бы, альхамдулиллях, вы именно настоящие братья, альхамдулиллях, мусульмане и проверенные в таких радостных ситуациях и в самых сложных ситуациях всегда, альхамдулиллях, были рядом. Аллах таля баракат берсин, джазакум Аллах хайр. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракатух.